Всем привет, ребят! С вами я, и сегодня я покажу, как скачать читалаунчер. То есть вот такой вот Майнкрафт. Сначала мне придется его удалить. Все, даже в картине его нет. Это другой Майнкрафт, это не талаунчер. А я сегодня буду скачивать талаунчер. Короче, пацаны, я вам покажу. Смотрите. Заходим в Chrome. Сюда. И пишем. Скачать Майнкрафт на ПК 1.7.10. Скачать Майнкрафт на ПК 1.7.10. Нажимаем. Ну, я это уже сделал. Нажимаем на первую ссылочку. Скачать Майнкрафт 1.17.10. Вот здесь. Если у вас не Windows, то вот это скачайте. Или можете выбрать версию, но мне нужна такая. И нажимаем скачивать. И вот она скачивается. Вот здесь вот у нас. Берем, так заходим и показать в папке. И у меня вот она. Видите, установилась. Я одну удалю, я когда-то ее скачал. Не очень давно. И это только что я скачал. Заходим в нее. Добро пожаловать. Нажимаем. Окей. Ой, то есть продолжить. 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 И вот. Ждем загрузки. Это здесь такие загрузки. Продолжить. Продолжить. Теперь все. И ждем теперь. Талаунчер. Ну, вообще, должна быть загрузка, просто у меня она уже прошла, я ее уже делал. И вот у нас такой талаунчер, видите? И здесь мы можем поиграть, но его надо сохранить, этот талаунчер. И поэтому нажимаем вот сюда. И нажимаем талаунчер. Все, у нас такое получилось. Окей. Все, пацаны. Все, все, пацаны, все.